Гетерохромия. Джентльмен сначала предложил бы даме выпить. Норман, светлое пиво и бренди для дамы. Как вы узнали? Догадался. Меня зовут Завьер, Чарльз Завьер. А вас? Эми. Слово гетерохромия относилось к вашим глазам. Они восхитительны. Один зеленый, другой голубой. Это мутация, очень соблазнительная мутация. У меня для вас новость. Вы мутант. Вы знакомитесь с девушкой и называете ее неполноценной? Такая техника соблазнения работает? Скажу вам это утром. Не думайте, что это чушь. Мутация превратила одноклеточные организмы в доминирующую форму воспроизведения жизни. Бесконечные формы разнообразия в каждом поколении. Все это благодаря мутации. Тогда выпьем за мутацию. Я мутант и горжусь этим. Отлично. Привет. Привет, а где моя выпивка? Извини, одну колу. Чарльз объяснил мне, что я подобна морскому существу, у которого выросли ноги. Только сексуальнее. Извините, это моя сестра Рэйвен. Привет, Эми. На кого вы учитесь? На официантку. А. У вас тоже гетерохромия? Что-что? Ее глаза. Ладно, Рэйвен, бери пальто. Признайся, ты сделала это специально. Да нет же. Хватит Зачем врать. Мне это? Ты же знаешь, иногда я не могу себя контролировать, если я волнуюсь. Сейчас у тебя все отлично получается. Я мутант и этим горжусь. Это относится только к мутациям симпатичным или невидимым, как у тебя. А если ты уродлив, то прячься. Что за ерунду ты несешь? Слушай, я не хотел говорить, как зануда. Но ты зануда. Иногда. Но мы обсуждали это, Рэйвен. Небольшой промах — это одно, а о более серьезном страшно даже